Привет, друзья! Пока готовила монтаж, пока снимала видео, думала, обойдусь, быстро-быстро пробегусь, но не получилось. Поэтому делаю такое вступление, там будет следующее будет продолжение. Но так уж получилось, потому что не смогла быстро рассказать, не смогла вот просто пробежать и все. Что хочу сказать? В этом видео я хочу познакомить вас с одной компанией, которая производит натуральную продукцию. Обычная российская компания, которая находится в городе Санкт-Петербурге. Производитель натуральной косметики, называется Savonri. С 2005 года она на рынке. Чисто случайно я ее открыла. Почему? Потому что я любитель косметики. Я действительно фанат косметики. Мне очень нравится, потому что сейчас очень много всего интересного есть. Есть из чего выбрать, есть что протестировать, узнать что-то новое, какие-то новинки. Поэтому я тоже так же не сижу, не зацикливаюсь на одной какой-то продукции, только ей пользуюсь. Ну вот я такая, я не могу, мне хочется многое что интересного попробовать, познакомить своих зрителей с другими производителями. Есть действительно стоящие вещи, стоящие продукты, которые хочется о них оповестить и хочется сказать. Поэтому вот это видео, которое будет обзор моих покупок косметики, этой натуральной косметики. Просто посмотрите, кому-то может что-то понравиться, кто-то что-то также услышит, для себя что-то новое. Просто делюсь тем, что я покупаю. Как бы я хочу, чтобы мой канал был не только заточен на продукцию Oriflame, и вы, девчата, чтобы меня правильно поняли, я люблю продукцию, я люблю косметику, я люблю покупать что-то новое для себя. Я считаю, что это интересно — узнать новые компании, узнать новые бренды, попробовать. Ну, в конце концов, пока мы молоды и пока у нас есть такая возможность, я считаю, что нужно этим пользоваться, и нужно узнавать что-то новое и применять. Поэтому приятного вам просмотра. Пишите свои комментарии, что хотели бы узнать, там что-то понравилось, что-то нет. В общем, ставьте лайки, дизлайки. В общем, я рада с вами поделиться, поэтому смотрите видео, кому интересно узнать что-то новенькое из мира натуральной косметики. Сразу скажу, это не сетевая компания. Это обычная компания, у которой есть свое производство. Она производит просто натуральную косметику, без парабенов, без силиконов. И я хочу вас с ней познакомить. Смотрите видео. Привет! Сегодня я хочу вас познакомить с моими покупками, которые я сделала в интернет-магазине компании Savonri. Вот так вот упаковано было в коробочке продукция. Скажу, что компания Savonri на рынке с 2005 года, зарекомендовала себя как производитель натуральной косметики без парабенов, силиконов и минеральных масел. Все, выпускают они средства для лица, для душа, для рук, для ног. Декоративной косметики нет. Вот сделала второй заказик уже. Могу поделиться уже с вами своими отзывами. Но давайте по порядку, по продукции. Что же я здесь купила? Посмотрим, рассмотрим каждую баночку. Я вам расскажу, подробненько покажу. Сразу хочу сказать, что вот все бутылочки, которые приходят, такие вот бутылочки полноразмерные, они идут упакованы. Часть я уже распаковала, потому что я начала уже пользоваться. А они идут вот в такой фольге. Ну, как фольга, слюда, вот такое вот шуршащее, то, что защищает от разлива, да, мало ли что там при транспортировке, как-то бросили, открылась крышка или еще, и содержимое разлилось. Нет, вот здесь как раз это все герметично упаковано, что мне очень нравится, даже вот гель
для рук антибактериальный, который сейчас особенно актуальный, и идет у них он в подарок при покупке от 1000 рублей. Сразу вкладывается вот такой подарочек, антибактериальный гель, это полноразмерный флакончик, 50 миллилитров у него объем, также вот он в фольге. Чем он хорош, сразу скажу, чем отличается от других антибактериальных средств, антибактериальных гелей. Он не содержит ни грамма спирта. То есть и его можно протирать руки, не переживая за то, что повредится кожа рук. Если обычный антибактериальный гель содержит спирт, как правило, спиртовой раствор, который разрушает у нас кожу, сушит, ну то есть все всякие бякушки потом вылазят, и придется идти к дерматологу, если постоянно им пользоваться. А здесь идет основа вот этого геля, это хлоргексидин. А затем хлоргексидин, сейчас посмотрю еще, что у нас есть. Выключала, чтобы, знаете, прочитать вот такие мелкие шрифты, через слюду вообще не вижу. В общем, хлоргексидин идет. Натуральный сок алоэ вера сюда и провитамин В5. Поэтому смело можно протирать и детские ручки, и свои. Вот такой хороший формат, который можно положить в сумочку, и он не занимает много места. Точно так же вот он упакован, и носим его с собой. Все, не содержит он спирта. Очень здорово. Не сушат, не сжигает кожу на руках, как обычный антибактериальный гель. Все, про него рассказала, показала. Взяла себе гель для умывания. Но у них на каждой этикетке написано, что не содержит парабенов и силиконов. Активные компоненты – это абрикосовое масло, экстракт ромашки, сок алоэ вера, провитамин В5. Начала пользоваться после... Сейчас скажу. Использую после гидрофильного масла. Сначала просто пользовалась гидрофильным маслом, но потом поняла, что все-таки я не смываю масло с лица, и мне вот этого не хватает. Сначала пользуюсь гидрофильным маслом, убираю полностью макияж. Потом буквально маленькую капелюшечку, приятно пахнет, я беру вот этого геля, умываюсь. И утром. И утром тоже с гелем. Маленькую капельку. И все. Свежий состав 200 мл. Дата изготовления всегда стоит. То есть они работают под заказ. Всегда свежая продукция. Мне нравится. В интернет-магазине ссылочку, кому интересно, ссылочку я обязательно оставлю в инфобоксе. Каждую неделю у них идут какие-то акционные товары. Очень удобно. Можно купить с большой скидкой. Вот еще не начала, это шампунь. Шампунь для сухих и поврежденных волос я купила, и к нему кондиционер. Дата вся майская стоит, майская. А что у нас здесь? Экстракт ромашки, экстракт жасмина, цветков розы, корней ириса, эхинацея, эфирное масло, иланг-иланга. И масло макадамии. Шампуньки хорошие, также без парабенов и силиконов идут они. Хорошие. Почему? Потому что я уже пользовалась. У меня была покупочка, я не делала обзор. Знаю почему. Вот я купила и решила просто протестировать, проверить на себе. У меня вот, видите, шампуня сколько уже осталось. Это у них линия, параллельно расскажу, это у них линия с кофеином. Я взяла ее для укрепления волос, для корней, для роста и укрепления волос. То есть от волосопада, как я его называю. Хорошие, хорошо смывается, хорошо пенится. Некоторые даже девушки, кто пробует, говорят, что не нужно даже пользоваться бальзамом. Я всегда бальзамом пользуюсь, ну, кондиционером, да, бальзам-кондиционером после мытья мне не хватает. Поэтому... Вот это у меня серия без кондиционера, потому что у меня есть другой кондиционер от Биолита, у меня остался. И к нему же тандемом я покупала масло, такое же масло Савонри,
масло для волос укрепления и рост. Он также называется. Основной состав, который идет в этом масле, это эфирное масло корицы и экстракт имбиря. То есть они идут как раздражители на луковицу, волосяную луковицу, и тем самым стимулируют рост новых волос и укрепляют саму луковицу. Укрепляют. Действительно, корица, сразу как только открываешь, корица и имбирь. Вот сколько я уже использовала натуральное масло. Один раз в неделю я им пользуюсь. Перед основным мытьем головы я наношу на корни волос. И в течение часа, здесь минимально написано 30-60 минут. Я наношу на голове час, даже больше. И сначала вроде как незаметно, а потом начинает вот такой жгучий эффект, раздражает, когда, да, имбирь там действует, корица, вот начинает. Ну, терпимо, абсолютно хорошо, абсолютно комфортно. Я вот выношу целый час. Потом мою шампунем вот из линии кофеин, которые также вот они идут как бы таким вот тандемом для укрепления и роста волос. Это вот то, что я уже чем пользуюсь, и у меня уже подходит к концу, поэтому я приобрела себе, хочу вот такие попробовать шампуньки для сухих и, ну, я взяла для сухих и поврежденных волос. Шампунь и кондиционер фирмы Savonri. Это российская фирма, в Санкт-Петербурге у них находится производство, интернет-магазин, будет ссылочка. Что еще? Ну про гель я уже сказала, гель для умывания. У них, кстати, вот этот гель для умывания считается одним из топовых продуктов, потому что много покупают, много любителей, поклонники, много поклонников этой фирмы. Поэтому он у них такой вот очень популярный, поэтому я тоже почитала отзывы и решила себе взять приятный. Он не стягивает кожу после умывания, нету такого вот, как... Барабан становится, да, натянутый, самое главное, комфортный, очень комфортный, поэтому, наверное, поэтому популярный и любимый у многих. Еще я бы хотела, вот давно искала, потому что и в цветочных магазинах не продается, вот растение алоэ не продается. Поэтому я задалась поиском и начала искать натуральный гель, ну, натуральное, да, какое-то... средство именно с соком алоэ. И, кстати, у них здесь же в Savonri я нашла алоэ Вера гель 95%. 95% идет прекрасный состав. Для чего особо алоэ не нуждается ни в какой рекламе, потому что все про него знают, и в простонародье его называют столетником, ну, от многих всяких болячек. А здесь он идет успокаивающее средство против загара, то есть можно хоть ребенку наносить, хоть сами приняли солнечные ванны, и после того, как вы пришли, наносите на кожу, а она успокаивает. То есть вот настолько прекрасное средство, которое, я считаю, должно быть на каждой полочке в ванной. Увлажняющая маска для любого типа кожи. То есть взяли, нанесли этот гель на лицо, на очищенное лицо, получили маску, натуральную маску для лица, супер увлажнение. Основа под дневной и ночной крем. Ну, то, что сейчас я, собственно говоря, как я им пользуюсь. Я умываюсь, как обычно, наношу эссенцию для лица, а затем вот, ну, крем для кожи вокруг глаз и вот этот гель алоэ. Затем дневной крем или ночной. Потом оно является еще и заживляющим средством против пилинга или депиляции. Вообще пилинг и депиляция в это... И пилинг, он же, ну как, агрессивно действует на нашу кожу. И кожа по-разному у нас у всех это воспринимает.
Поэтому прекрасно после того, как вы сделали пилинг, обычно же после пилинга наносится какая-то увлажняющая маска, чтобы успокоить кожу лица. Не просто так, что вот мы сделали пилинг и сразу наносим крем для лица. Нет, нужна какая-то успокаивающая штучка, которая вернет коже, вернет ей то, что, как говорится, не то, что забрала, а нормальное состояние, то есть успокоит. Кожа живой организм и нуждается точно так же от какого-то воздействия грубого, ей нужно вернуть, скажем, добро. Вот. Противовоспалительное средство для жирной проблемной кожи. У меня кожа комбинированная, и для меня чистота пор – это самое главное. Поэтому я долго искала вот это средство, много что пробую, вот нашла. Нашла средство в Савонри, это гель алоэ вера. Сейчас я им начала пользоваться. Посмотрю, какой будет результат. Но уверена, будет хорошо, потому что все-таки это 95% это натурального сока алоэ вера. Все, столетник не нуждается в особой рекламе и его как бы афишировать. Ли. То, что должно быть на полочке. У нас на ванной полочке и то, что спасает нашу кожу. Потому что мы делаем маски, мы делаем пилинги, мы пользуемся скрабами, воздействуем на кожу у лица, а взамен мы ей точно так же должны вернуть хорошую, чтобы она была в хорошем состоянии. Вот алоэ вера, возьмите себе просто, девчата, на заметку. Хорошая штука. Вот точно так же, видите, еще не начала даже пользоваться гидролат. Я люблю гидролат, и здесь гидролат я взяла иланг-иланг. Это натуральное средство, ничего здесь больше нет, просто стопроцентная вот водичка иланг-иланга. Да? Как я им пользуюсь? Когда лето, я спрыскиваю просто, даже на макияж. Беру, и когда жарко, чувствую, что вот кожи охота воды. Беру и распыляю спреем на лицо. Также можно использовать его и добавлять в тоники, и в шампунь можно добавлять для волос. Как видите, даже вот эта серия, которую я купила, шампунь для сухих и поврежденных, она тоже содержит экстракт иланг-иланга. То есть, скорее всего, сюда добавлен был гидролат иланг-иланга. Вот, затем, что мы на корни волос распыляем, также гидролат. Ну вот я сказала, для крема, просто как освежить на лицо летом, либо вместо тоника, потому что здесь нет никакого спиртового раствора, то есть абсолютно безвредное, абсолютно натуральный состав. Все, вот это, скажем так, живительная влага для нашей кожи. Вот я купила себе иланг-иланг, гидролат. Еще самое актуальное сейчас пользуюсь, это солнцезащитный спрей с SPF 30. Я пользуюсь тональным кремом. Пока еще вот не совсем так супер жарко, я пользуюсь летом тональным кремом. Но под тональный крем я наношу солнцезащитный. Ну вот в данном случае у меня флюид для лица, солнцезащитный флюид с SPF 30. Натуральный состав, масло макадамии здесь есть, затем масло зародышей пшеницы. В общем, богатейший состав, хороший, неплотный флюид, сейчас покажу. Мгновенно впитывается хорошо. Хорошо впитывается, и знаете, у него такой огуречный такой свежий запах, берешь и быстро улетучивается, моментально улетучивается, хорошо впитывается, никакой маски на лице нету, после этого минут 10 проходит, я наношу уже тональный крем. Но когда не буду пользоваться тональным кремом, вот просто увлажняющий флюид, потому что любой тональный крем с любой с SPF защиты не защищает так, как защищает солнцезащитный крем или вот в данном случае у меня флюид. Поэтому я пользуюсь. Никакой маски, знаете, никакой тяжести на лице нету. Натуральный состав, он быстро впитывается.
и все, нету никакого ни силикона, никакого дискомфорта на лице нету. То есть хожу нормально. Также приобрела, сейчас вот этим пользуюсь. Что еще приобрела? У меня здесь есть два кремика. Такой желтого еще не хватает. Желтый флюид. Был бы светофор. Итак, крем для ног успокаивающий, крем для ног разогревающий. Взяла два кремика себе. Они упакованы фирменным бланком. Это у нас размягчающий крем от Натоптыши. Хорошее дело для лета, потому что мы переходим в открытую обувь. Уже такой вот он. Сейчас покажу. Довольно-таки приятно пахнет, а жирный такая вот у него, даже сейчас покажу, вот такая вот штучка, он такой жирноватый, вроде так легко, вот я его взяла, кажется легко, но когда на ноги наносишь его, он прям так, знаете, идеально хорошо впитывается, и пяточки мягенькие. Для меня это вот очень важно, потому что я и маслом пользуюсь, и все-таки потом я решила себе, дай-ка я попробую, куплю себе вот такой кремик. Активные компоненты: репейное касторовое масло, сок листьев алоэ вера, опять же, эфирное масло розы, витамин Е. Также не содержит парабенов и силиконов. И также у нас дата идет май 5. То есть она вся продукция свежая. Что хочу сказать, продукция действительно свежая. Короткий срок использования, кратчайший, 12 месяцев всего. Поэтому без всяких вот этих страшных консервантов, которые по 3-4 года идет срок, нет, здесь 12 месяцев. Поэтому продукцией не затаришься в принципе. Вот, то есть ты ее купил, и ты должен ее здесь же использовать в течение года, иначе испортится, и все выбросим, и все. Поэтому кратчайший срок годности. На каждой баночке написано, что 12 месяцев, дату смотрим, и все. Крем для ног успокаивающий, зеленая баночка, сама говорит за себя. Активные компоненты: масло виноградной косточки, экстракт крапивы и хвои, аллантоин и ментол. Вот хорошо действительно такой холодочек бывает после того, как нанесешь на кожу ног. Приятный зелененького цвета крем. Также хорошо наносится и распределяется, впитывается мгновенно. Через какое-то время ловим на себе вот такой охлаждающий эффект. Знаете, вот просто как... прекрасное это ноги, когда устают, ходишь, если долго, а ноги устали, лето, там жара, или на работе кто-то стоит, или кто-то много ходит, ну, по долгу своей службы, скажем, и приходишь домой, либо на каблуках приходишь домой, ноги устают, тяжело так, а тут вымыл, нанес, и такой приятный холодок пошел по ногам, и ты чувствуешь, что да, ножки твои отдыхают. Вообще здорово вот этот ментол, крапива, хвоя, которая здесь содержится, вот она так прекрасно охлаждает наши уставшие ножки. Что еще? Давайте пробегусь немного из того заказа, что у меня есть, что было, не из этого. Из этого у меня уже все. Хочу особо отметить вот эти две масочки для лица. Вот это кукурузный пилинг, маска для проблемной кожи. Кукурузные зерна содержат каолин, лецитин, масло миндаля, авокадо, макадамии, оливы и жожоба. Я активно ей пользуюсь, натуральной. У меня уже нету здесь, видите, у этой сняла уже защиту. Натуральная маска скраб, маска пилинг. Вот такого вот состава пудинг. Причем написано, что если вдруг он у вас как-то там скомкался не очень красиво, то его нужно переболтать, перемешать, и запах. Обалденный, вот запах обалденный вот этого пилинга, прелесть, кукурузкой пахнет, все наносим,
У него такие вот миленькие-миленькие такие штучки, как колючие. Ну, вот это вот пилинг. Наносим буквально на 10 минут на лицо, и все, и смываем. Натуральный пилинг-маска. Также савонри с кукурузными хлопьями. Зайдите на их сайт, там прекрасный отзыв, потому что ее также расхватывают, как горячие пирожки. Ну и каолиновая маска с белой глиной для проблемной кожи. Я говорю, у меня комбинированная кожа, и мне постоянно приходится очищать поры. Поэтому я покупаю себе такую тяжелую артиллерию, которая прочищает поры, чтобы поры были чистые. Здесь уменьшает количество черных точек, улучшает и выравнивает цвет лица, нормализует работу сальных желез, обладает эффектом лифтинга, сужает расширенные поры и борется с акне. Вот так. Видите, я пользуюсь раз в неделю, я пользуюсь этими масочками. Ну, своеобразный такой запах. Кукурузные хлопья, конечно, очень приятные. Ну, моментально впитывается, также на 10 минут на ночь. Итак, я останавливалась на каолиновой маске. Мне она действительно понравилась. Она прекрасно глубоко очищает поры, делает вот эти невидимые черные точки, когда вдруг они появляются. И на нее, правда, шикарные отзывы. Девчата, кто берут... Я тоже такой же живой, нормальный человек, я читаю отзывы и читаю то, что пишет производитель. Отзывов очень много на сайте про нее, и я решила себе взять ее. Взять, и я ею пользуюсь, каолиновой масочкой для проблемной кожи. Вот так она выглядит, в таком голубом цвете, в красивом небесном. Что? Каолиновая маска – идеальное средство по уходу за проблемной кожей. Она прекрасно борется с акне, уменьшает количество черных точек, способствует образованию коллагена, обладает эффектом лифтинга, улучшает тон и цвет лица, придает коже здоровый, ухоженный внешний вид. Действительно так, не содержит синтетических масел и парабенов. Ну, каолин – это белая глина, природная белая глина, обычная природная белая глина, то есть она удобрена прекрасным хорошим составом, поэтому... Как говорится, в рекламе не нуждается. Глина, она прекрасный абсорбент. Природный абсорбент. То есть она вытягивает всю грязь. Вот и все. Взяла, пользуюсь. Пользуюсь, активно пользуюсь ей. А что еще у меня есть из их арсенала? Я очень люблю сыворотки. Кто смотрит мои видео, кто постоянный подписчик, те знают. У меня также есть сыворотки из их коллекции. Я решила попробовать для себя их сыворотки. Это антивозрастная сыворотка. Содержит ретинол, токоферол, ниацинамид, гиалуроновый комплекс для лица и кожи вокруг глаз. Вот столько у меня уже ушло. Объем здесь 100 мл. И сыворотка для лица с кокосовой водой, ежедневный уход из их же серии iCosmetic с кокосовой водичкой. Кокосовая вода, сейчас вообще писк у всех брендов пошел добавлять кокосовую воду. Даже самые дорогие люксовые бренды добавляют кокосовую водичку в свои кремики, потому что она является прекрасным увлажнителем. А что могу сказать? Так как это натуральные средства, то каких-то волшебных, супер разглаживающих, скажем, исчезающих морщин на лице, но здесь реально ждать не следует. Не навредит однозначно, потому что натуральный состав кожи, кожа просто впитывает в себя хорошие ингредиенты, вот и все. То есть, как бы вот сывороткам, да, быть можно. Но не стоит чего-то там домышлять, или как некоторые пишут отзывы, что вот не успела помазаться сывороткой, у меня исчезли морщины. Ну, я это так пропускаю, потому что я прекрасно знаю, что морщины никуда не исчезают, а тем более от натурального состава. Просто хорошие увлажнители, хорошая база, бюджетная хорошая база. Вот и все. Если ищете бюджет,
и хотите, любите натуральное, попробовать, да, им место. Им тоже имеет место быть этим сывороткам. Но ничего волшебного и не стоит от них ждать. Потому что поймите, что здесь нету каких-то вот супернаучных разработок, каких-то исследований, как это бывает в люксовых брендах, ну, в обычных люксовых брендах, которые вкладывают огромнейшие средства на исследования, на вот эти синтетические добавки, которые они добавляют в эти сыворотки, которые вот именно так работают, как они заявляют. А здесь такого нет, здесь просто натуральный состав, который, как говорится, не навредит коже. Он ее пропитает, он ее увлажнит, но ничего, вот я говорю, волшебства не стоит, девчата, ждать. Как база, как хорошая база, легкая на лето, почему бы нет? Хорошее дело. Ну вот я пользуюсь. Хорошие натуральные составы. Все. Кремики для лица. Вот положили мне. И еще у меня там есть один тоже также пробничек. Кремики для лица. Кремы для лица они также выпускают. Но я не беру, потому что я беру тяжелую артиллерию. Я беру вот то, что для кожи, для ног, для рук. Такое. Увлажнить легкое. Вот так. Такой у меня получился обзор, большой обзор. Я считаю, что все подробно рассказала вам про эту косметику. Поэтому, если будет желание что-то попробовать, что-то интересного, в инфобоксе будет ссылочка на их интернет-магазин. Просто даже ради интереса зайдите. Я ничего с этого не имею. Сразу говорю, никаких ни процентов, ничего я с этого не имею. Я просто чисто с вами делюсь своим отзывом. Все, вот я купила, и я решила вам рассказать об этом, поделиться, чтобы вы знали, что есть вот на российском рынке вот такой производитель. Не сетевая компания, а обычный производитель косметики. Все. Вот и все. Поэтому, если интересно, заходите, смотрите. Все, у меня на сегодня все с моим обзором. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Я все принимаю, мне все пойдет, потому что у нас у каждого есть свое мнение, кому-то нравится, кому-то нет. Всем не понравишься однозначно, я это тоже знаю, за плечами не один десяток лет прожитых. Поэтому рада новым встречам, будут новые другие обзоры. Поэтому смотрите. До новых встреч, пока-пока.